пожаловать на наш новогодний рождественский концерт. Сегодня концерт у нас будет немножко необычный. Наступают такие дни, самые волшебные, самые сказочные дни. Мы ждем какого-то чуда, какого-то волшебства. А ведь вы знаете, волшебство мы творим с вами сами. Здесь, в нашем зале, только волшебников и волшебниц, которые отдельные звуки превращают в красивейшие мелодии. И сегодня мы с вами послушаем, увидим этих волшебников, познакомимся с великими волшебниками, композиторами, которые для начинающих сочиняют мелодии, чтобы им было легче овладеть искусством, волшебством музыки. И мы будем путешествовать по разным странам. Итак, путешествуем по странам мира с нашими волшебниками. Мы отправляемся в путешествие с такой волшебницей Лизой в Египет. Лиза, выходи. Мы видим, смотрите, какие красивые украшения. Украшены пальмы, пирамиды. Очень загадочная, таинственная страна. Нашей родины, Красная площадь. Все знают такую песню: «В лесу родилась елочка». И кажется, что это уже такая народная песня, но оказывается, есть и композитор, и автор в этой песне. Композитор-любитель, ученый-агроном по профессии Леонид Бекман положил музыку на стихи Раисы Кудашевой. «В лесу родилась елочка». Алиса, пожалуйста. Волшебные дни, когда солнышко рождается,
когда Новый год начинается. Заря занималась, заря зорюшка, озарение. Солнце красное просыпалось, выходило оно на небо ясное. Всем лучи несло свое, всем прекрасные. Добрым людям на добро, умным людям просветление, а злому ворогу на ослепление. Такой старинный-старинный русский народный инструмент, который люди доставали, чтобы по струнам, как на ткацком станке, ткать ткань своего бытия. И так вот песнями слагались целые гимны. Гимны солнцу, гимны жизни. И называлась эта культура. И чтобы в каждом доме звучало солнце, придумали вот такой музыкальный инструмент, который так и называется «Дом Ра» или «Дом Солнца». И в каждом доме звучало это солнце и ткало солнечное бытие. Вот такая наша матушка Россия. Большая-большая. Только на востоке встанет заря, пройдет она по небу до самого заката. Только лучи последнего заката спрячутся за горизонт. С востока опять встает солнышко, потому что наша Россия – это дом солнца. Спасибо за ваше мнение. Ваня Попсова нас сопроводит в Чехию. Итак, смотрим, как выглядит Чехия в рождественские дни. Полька. Чешский народный танец. Из народного танца он превратился затем в аристократический. Был самым модным танцем. Затем он перекочевал в Россию, где танцевали польку на каждом балу. Пожалуйста. Михаил Леонтович – это украинский композитор.
Потом его переименовали в американское название Carol of the Bells. Типа колядка колокольчиков. То есть Щедрик — это похоже на наши колядки, скажем так, да? Да. Пожалуйста. Итак, продолжаем наше путешествие. Германия. Бранденбургские ворота. Кто-то там по-немецки слышу разговаривает. Ну, молодцы. Великий у нас композитор, музыкальный волшебник. Приглашаю Анечку. Выходи, добрая волшебница. Анечка исполнит нам мюзит. Мюзит — это бит волынки и народный танец. Просто не кого-то. Пожалуйста. Спасибо, Данила. Данила, рассказывай. Вы видите еще одного волшебника, Вагнер. Приглашаю Полину Куликову. Свадебный хор из оперы «Лаенгрин». Пожалуйста, Полина. Thank you.
Яна. Берите я, Глория. Нотр-Дам-де-Пари. Знаменитая французская песня «Братец Яков». Thank you.
отправляемся в Индию. А поедем мы в Индию с Эмилией. Смотрим. Таш-Махал. Эмилия нам исполнит индийские буги. Автор Джеймс Бастиан. Пожалуйста. Пожелание поиграем.
группа Джеймса Бастина. За музыкальные успехи и достижения награждается Казанцева Юлия. За музыкальные успехи и достижения награждается Кира Королева. Орденом Королевы Тоники награждается Эмилия Логинова. Поздравляю тебя, ты большая молодец. Орденом Королевы Тоники награждается Полина Куликова. Поздравляю тебя, Полина, ты большая молодец, ты такой успех сделала в этом году, прям такой шаг у тебя, такой рывок, ты умница. Орденом Королевы Тоники награждается Анна Боболева. Поздравляю тебя, Анна. Орденом Королевы Тоники награждается Алиса Лицкая. Иди к нам сюда. Сюда, смотри, со всеми медалистами. Посмотри, сколько у нас медалистов сегодня.
Так, еще две медали. Особые медали. Спасибо тем детям. Это Данил и Марк, которые всегда приходят на наши концерты. Так украшают их. Марк. Специальный орден для тебя. Так, вручай сертификаты. Эмилия Логинова. Стой, участие в международном онлайн-концерте Академии Сухмутер. Ира Королева. Алина Кокосова. Алина Куликова. Аким Можайский. Алиса Литская. Анастасия Геева. Анна Боболева. Михаил Казанцев. Юлия Казанцева. И есть у нас еще особый сертификат, вернее, это диплом. Арина выполнила все требования Академии Сухмутер. Я поздравляю ее с дипломом подготовительной группы.